зал, Зверяцкого зала, за то, что вы захотели встретиться со мной. Спасибо за этот миг счастья, который вы подарили мне. Тысяч часов в этом мире бушующе. За него не держись. Есть только миг один, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг сегодня, между прошлым и будущим. Вечный поход для седых пироги. Для безвесты, что сорвалось и падает. И столько мир, ослепительный мир. Счастье дано от нашей встречи сегодняшней. Повстречать не буду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим. Спасибо тебе, Рома, солнце. Я потом свечу, что поцелую. Да, 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 я помню. Да. Свистело, застучало, вот так красиво. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, Рома. Спасибо. Честное слово, очень хотел сегодня принять участие в моем концерте Альберта Садури. Но вот так складывается жизнь наша артистическая. Именно сегодня, в это время, должен петь гимн. Представляете? И ему позвонили. Он говорит, ну как же, естественно, я приеду. Но он послал привет всем вам и мне, в том числе. Поэтому внимание на экран. Дорогие зрители, дорогие любимые ленинградцы, петербуржцы, пришедшие на концерт
замечательного, прекрасного, теплого, доброго, хорошего человека и чудесного артиста. Я завидую вам. Нет, не завидую, я радуюсь за вас. Я рад за вас, что вы сейчас в гостях у Игоря Наджиева.